сочинских пабликах активно распространяется видео со спасением чайки. По словам очевидцев, птица попала в ловушку прямо в центре города около торгового центра «Море-молл». На выручку чайки поспешили двое проходящих мимо мужчин. Она, как оказалось, запуталась в рыболовной леске и очень ослабла, пытаясь выбраться. На кадрах можно увидеть, как один мужчина отважно лезет по стволу дерева и распутывает леску, а другой внизу подхватывает птицу, не давая ей упасть на землю. Как только они освобождают крылатую узницу из ловушки, она тут же улетает.